Любопытно, что организаторы всей этой митинговой активности на Грушевского явно ожидали большего. Ну, хотя бы от акций во вторник и четверг. Дни, когда в Верховной Раде есть потенциал для результативных голосований. Всю неделю активисты призывали киевлян присоединиться к протестам, как во времена Майдана. Но все-таки честно будет признать, что горожане эти митинги, в общем-то, проигнорировали. Вот, например, Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, один из самых заметных лоббистов нынешних митингов, у себя в Фейсбуке даже поинтересовался, какие ошибки допустили организаторы. Мол, что нужно было сделать по-другому, чтобы людей на улице было больше. И под его постом уже больше 800 ответов. Есть о чем подумать, пока Верховная Рада не работает.